Я думаю, что такой большой турнир будет только раз в жизни, так что надо играть на полную, не жалеть сил. Защищать ворота любыми способами, чтобы шайбы не доставляли до ворот. Потому что вот смотрели мои игры, докапывают там в воротах прилично. Я хочу получить от игры удовольствие, ну и выиграть кубок. Ну, там будут все сильные клубы КХЛ. Там можно получить очень много игрового опыта. Там все будут хорошо играть. Там не будет слабых команд. Я понимаю, что на мне большая ответственность, и я готов. Команда «Борис» дружная. Я думаю, что наша команда готова к такому турниру. Во-первых, мы туда поедем только один раз в жизни. И постараемся сыграть хорошо. Мы одна команда из Казахстана, и мы должны достойно представить «Борис». В Кубке «Газпромнефти» участвует уже 4-й раз. Мы очень рады, что нас ежегодно приглашают наши команды. Также очень, ну, ребята счастливы, мы общались с ними, что доводится участвовать в таких соревнованиях. Я считаю, что такой крупный международный турнир очень пойдет на пользу нашим ребятам, потому что это бесценный международный опыт. И, ну, крупнейший такой турнир у нас, тем более в преддверии первенства России. Мы это рассматриваем как генеральную такую репетицию перед чемпионатом России. Я думаю, что почерпнем огромнейший опыт. Задачу всегда перед ребятами ставим максимальную. А они привыкли уже и в чемпионате Казахстана, в первенстве республики, к победам. То есть проигрывать никто не собирается. Просто мы прекрасно знаем уровень команд на Кубке «Газпромнефти». И настраиваем ребят, что не будет там каких-то легких проходных матчей. Всех соперников знаем прекрасно, уже со многими играли. И ребята знают уровень, к которому мы готовимся. Ну, я думаю, мы готовы. Игры покажут. А самое главное, что это, ну, в первую очередь, и общение, такое масштабное соревнование для детей. Они его ждут с нетерпением. Ну, и я думаю, настроены проявить, показать себя. Выше! Быстрее! Сильнее!